клуб молодых семей «Вера, Надежда, Любовь» был образован в 2011 году на базе молодежного центра «21 век». Цель простая – объединить анапские семьи в возрасте от 18 до 35 лет общими интересами. Времяпрепровождение, которое они могут непосредственно не дома провести, а провести в какой-то новой для них обстановке, провести с друзьями, с новыми друзьями, с детьми. Новый опыт, это новые знакомства, это все что угодно. И вот для многих это как вторая семья, можно сказать, потому что мы здесь объединяемся, мы здесь... Дружим с семьями, становимся одной полноценной семьей. За эти годы семья значительно разрослась и окрепла. Сейчас в составе клуба 90 человек. Это 45 молодых семей, и почти у каждой есть дети. На сегодняшний день клуб уже пополнился 60 маленькими участниками. И с каждым годом их количество растет. Занятия по интересам здесь может найти каждый. Семья Екатерины Гвоздевой в клубе уже второй год. Признается, что именно здесь она обрела настоящую поддержку и верных друзей. Можно проводить время всей семьей. Обычно, ну как, соревнования, это все хорошо, но туда нельзя как бы с детьми. А здесь всегда устраивают определенную зону для детей, где-то могут они играть. Но нам еще сложно выезжать, так как дети маленькие, а там нас объединяют и созданы практически все условия для того, чтобы молодые семьи могли отдыхать именно вместе. В рамках таких неформальных встреч у молодых семей появляются не только новые друзья, но и интересы. Регулярно проводятся тематические конкурсы, фестивали, акции, игровые программы, боулинг-турниры, караоке-вечеринки и многое другое. В 2013 году анапский клуб «Вера, Надежда, Любовь» доказал свою силу и сплоченность, став лучшим клубом молодых семей в Краснодарском крае. В этом году высокую планку удалось удержать. На минувших выходных анапчане приняли участие в краевом слете клубов молодых семей, который проходил в Псибае. 15 объединений со всего края боролись за право стать лучшими. Семейные пары соревновались в творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. В итоге анапчане стали абсолютными победителями во всех программах. Награда, диплом лидера и сертификат на приобретение бытовой техники. Ну и самое главное, теперь анапчане представят Кубань на всероссийских соревнованиях клубных объединений.